Всем привет! Сегодня ночью отсняли финал шоу «Пацанки» шестой сезон. Финал был в Сколково. Там были участницы этого сезона и участницы прошлых сезонов. В первые же часы слили, кто победит, но потом сказали, что слили неправду, чтобы скрыть истину. Участницам разрешили заходить в соцсети и уже объявили о начале кастинга на седьмой сезон шоу «Пацанки». И это хорошо. Несмотря ни на что, я имею в виду на то, что некоторые девушки приходят не ради изменений, что об участницах нам не договаривают, что-то приукрашивают. Проект меняет жизнь участниц к лучшему, раскрывает глаза на некоторые социальные проблемы, насилие, зависимости, буллинг. Поэтому лично я рада, что седьмой сезон будет. А вы? На этом все. Любите пацанок, подписывайтесь на канал. До скорого!